Здравствуйте, я Наташа, и сегодня хочу вас познакомить с книгой «Как воспитать ребенка умным» от компании «Умница». Купи ребенку ТВ. Это книга сказок. Это здорово, потому что сказки любят все, и маленькие, и взрослые, но эти сказки особенные. При помощи этих сказок мы будем воспитывать у своих детей нужные качества. Как же это произойдет? Автор методики Андрей Маниченко. Вот в книге есть его вступительное слово. Рассказывает об этом. Это книга удивительных сказок. Сказки персонализированные. В них дан только основной сюжет. А дальше все дело за вами. Вы возьмете ручку или карандаш и вот сюда в книжечку, вот сюда, сюда, впишите имя своего ребенка или своих детей, домочадцев, окружающие предметы, и начнете рассказывать сказку про вашего ребенка. Он узнает сразу себя. А сюжет построен таким образом, чтобы ребенок проявлял нужное качество. В данном случае мы говорим о том, чтобы воспитать ребенка умным, чтобы он быстро мыслил, чтобы он включал логику, ну а также чтобы он был добрым и отзывчивым. Когда мама читает своему ребенку сказки, и он в них проявляет определенные качества, он выходит в любых ситуациях победителем, то в обычной жизни ребенок с удовольствием подражает своему сказочному двойнику. И таким приятным и ненавязчивым способом, без лекций и нотаций, мы воспитываем своих детей. И 15-20 минут, которые вы проводите вместе с ребенком, читая эти сказки, позволяют стать вам лучшими друзьями, становитесь ближе друг к другу. В книге крупный текст, она хорошо читается, хорошего качества полиграфия, у нее жесткая обложка, на обратной стороне небольшие методические советы. Я думаю, что такая книга должна быть в каждой семье, где есть ребенок. Также это отличный и очень полезный подарок. А я Наташа Бек и телеканал «Купи ребенку ТВ» желает вам расти здоровыми и умными. Купи ребенку ТВ.